Она была написана этим летом под впечатлением от того, что я впервые в жизни открыл для себя такого поэта, как Марина Цветаева. Я никогда не интересовалась ее творчеством, скажу честно, мало чего знаю из ее стихотворений и других сочинений. Но в этом году я побывала в Крыму, в Коктебеле, где, собственно, она познакомилась со своим мужем, будущим Сергеем Эфроновым. Побывала в музее Максимилиана Волошина, где она бывала в юности. Там приобрела книгу о гибели поэта Ирмы Кудровой, прочитала ее, также почерпнула много информации из других источников. Побывала в Елабуге, где она провела последние дни своей жизни, где она их закончила. Я была в этом доме, стояла в этом месте, была на месте ее захоронения. В общем, впечатлений было масса, поэтому написала песню под названием «Ожог». Прощальные мысли сквозь толстые стены непрожитых лет.